Хочется от вашего имени поприветствовать прибывших к нам в гости главу представительства Международного еврейского агентства «Сахнут» Розу Бен-Цви Литаи. И остальных представителей, которые она представит вам сама. Добро пожаловать. Шалом, хаг самеах, с праздником. День Иерусалима – один из самых главных наших праздников, еврейских, израильских. День освобождения Иерусалима и объединения Иерусалима. Наш Иерусалим освобожден, объединен и всегда будет таким цельным и столицей всего еврейского народа, Израиля, конечно. В этом году День Иерусалима совпал с Днем Победы. День Победы 9 мая – важный день для нас всех, потому что это день, когда для евреев было очень важно, что те, кто остались живых, их освободили от концлагерей, из гетто, и вообще все могли вернуться в те места, которые они оставили, те, которые там не были. Я хочу пригласить на эту сцену очень важного для нас всех гостя, известного израильского скульптора, создателя скульптуры Яноша Корчика в институте Яд Вашем, сына известного еврейского писателя из Кишинева, Мотла Сахтера. Он сам 30 лет не был в Молдавии. Он уехал 30 лет тому назад, сделал алию в Израиль. И вот это его первый раз. И мы его очень просим на сцену. Он с его супругой, мы их приветствуем. Очень взволнован, потому что спустя 30 лет отсутствия в Молдавии я приехал в Молдавию, был очень удивлен в положительную сторону. Мы там издалека, нам кажется, что еврейская община здесь гаснет. И я был вчера и сегодня очень обрадован видеть такое количество евреев, особенно молодежи, которые, как у нас говорят в Израиле, шумри малагахели, сохраняют очаг еврейского языка, еврейской культуры. И вот я посмотрю тут, какое количество наших детей, которые наше будущее, они на будущее нашего еврейского народа, и будущее, конечно же, Израиля. И мы будем все счастливы, всех вас видеть в будущем году в освобожденном Иерусалиме. Большое спасибо. Добрый день всем присутствующим в этом зале. Я поздравляю вас с праздником Днем Иерусалима. Всего вам самого наилучшего. Сегодня мы все здесь собрались, чтобы отметить этот праздник и чтобы поиграть в прекрасную игру, в которую играют вот уже очень-очень много лет. Игра, которая называется «Каварен». Евреи всегда умели шутить, умели смеяться, умели радоваться. И сегодня мы хотим предоставить на ваш суд то, как это делают у нас в городе. Из поколения в поколение, живя в Израиле или в изгнании, евреи сохраняли свои традиции, обычаи и праздники. В Израиле просили о восстановлении храма, в изгнании о возвращении в Израиль и о восстановлении Иерусалима. Несмотря на все тяготы, боль, страдания, у евреев всегда была надежда, всегда была песня, наполненная радостью, всегда был юмор и находчивость. Весь зал в ожидании, торжественные речи, и дети притихшие сидят. Вы спросите, что это? Я вам отвечу. Все ждут появления команд. И я прошу сейчас все команды выйти на сцену. Итак, первая команда общества еврейской культуры «Эйлат». Молодежного клуба «Эйлат». Обращу на первую команду.
вздохнут, Владимир Ельник. А также в нашем жюри руководитель еврейского общества Шошана Эндакова Эсфи. Психолог Зинаида Васильевна Майковская. И руководитель еврейского общества Хесед Иосиф Гурьев Владимир. А также в нашем жюри руководитель спортивной школы борьбы Иосиф Герес.
я вижу, вы не отсюда. И поэтому хочу вам сказать, что сегодня у нас очень большой праздник. Днем Ацмаут. И вам таки довелось наблюдать за проведением нашей традиционной церемонии. Зажжением 12 факелов в честь Дня независимости нашего любимого государства Израиля. Название которой ПМР, поколение молодых Десятый класс за первый и учитель.
хотим тебе мы рассказать. Гостей мы очень любим принимать. О, я постоянно удивляться тому, что вы мне рассказывали. Но мне интересно узнать, есть ли у вас вырастает много новых домов? Конечно, есть. Каждый день растет. И не пережило бед, которые выпали на нашу долю. Чтобы никогда не повторился Холокост. И ни один из террористов не смог сломить нашу позицию и покорить нас. Мы всегда готовы встать на защиту нашей маленькой земли. И в любой день, и в любой час. И защищать ее до последней капли крови. И еще мы мечтаем о том, чтобы все евреи собрались в Эрец Исраэль на земле обетованной. Чтобы каждый из нас сделал все возможное для дальнейшего развития и процветания нашего независимого государства. И только тогда на всей земле воцарится мир. Земля обетованная, мы это тебе обещаем! И пока следующее выступление готовит следующее...
Свое выступление готовит следующая команда. Посмотрите, пожалуйста, танец, который предоставляет нам танцевальный коллектив Общества еврейской культуры Шошана под руководством Мальвины Вайсман. Танец называется «Шир Лахинер». Погоны у моей.
Пора разводить. Ой, хорошо. Ну, хватит пить, вон сама вам хворост принес. Пора разводить. Да не, костюм. Мужики, какое сегодня число? 11 мая. О, а отмечать будем 17 апреля, День независимости Дании. Эй, Забава, а ваши любовные День независимости отмечали? Я не понимаю, не понимаю. Я говорю, ваши любовные рыбу ловят. Я не понимаю, я ничего не понимаю. Скажи пару слов. Товарищи, у настоящего пенсионера должны быть красные убеждения, черные соседи и белые тапочки. Да, о, точно, еще великий Марк в записке своей жене писал. Женечка, Сарик, перебивчик заскучит в Припяти, так ты пока дверь его обидит. Дай сучку, котлеточек, дай компотику. И наши единомозетки, и вот скоро она ко всем нахитикам станет. О, так люди болели за общее дело. Точно, точно. Я недавно такую картину видала, как Ленин меряет температуру. Называется «Хайдаки у Ленина». Ну хватит, давайте, чтоб не про нас. Thank you.
того, хоть есть один достойный повод, чтобы отметить. Хорошо, что есть такое озеро, такой берег. Красивым так. И вообще, каждый сам по себе. Независим и свободен. И прекрасно, что есть такая страна, где люди собираются отовсюду и отмечают День независимости. Команды Ульпана. На сцене команда «Холом». Как
понимаете? Там очень много газиков, которым постоянно нужно куда-то выйти. А, Зохай Бэй! Что случилось? Я забыла кулечки. Какие кулечки? Как какие? Я же должна что-то с банкета принести. Для тети Розы, для тети Сони, для Шмулика, для Мощика, для Мишигина. Ша-ша-ша, ты прямо как в той книге. Авраам породил, Исаак породил, Яков породил, Иосифа, его братья. А я для них кулечки не брала. Ну, короче. Короче, все вместе они родили Бен-Гуриона, а он тоже решил что-нибудь родить. И что же? А как ты думаешь? Я надеюсь, что-то полезное. Да, сегодня презентация новорожденного. Внести новорожденного. Новорожденного? Кстати, о детях. Когда у Додика родился Шмулик, он с курочкой пошел в родильный дом для него. Но тут выглянула Сонечка. Ему ничего не оставалось делать, как спросить. Какой вес? 3,5 килограмма. Какая длина? 52 сантиметра. А на кого он похож? И что вы думаете, она ему ответила? А, ты его все равно не знаешь. Тебе все шуточки. Тебе все шуточки. А нам игрушки, погремушки, памперсы, подгузики. И все это должно быть кошерно. А, ты посмотри, вон уже несут этого младенца. Этого еврейского богатыря. А ты что, через пеленки видишь, что он еврей? Когда он плакал, он так кантарил. Мазал тов. А когда пластины будут? Типун вам на язык, через 8 дней его обрежут. Язык? Язык, если бы родилась девочка. А так, слава богу, у него есть что обрезать. Дорвитоса.
А зато у вас весело. А у вас всегда так будет? Конечно. У нас же сегодня КВН. И мы же евреи. То-то я смотрю. Не узбеки. И имя вашего младенца не русское. Израиль. Ой! Ай, что такое? Ты видишь эту женщину? У меня всегда есть для вас в запасе пару слов. Вы же знаете моего мужа Додика? Вот он сам не смог сюда прийти, но просил передать вам поменьше «цурус», побольше «йод», что в переводе с французского означает: «Евреи, живите дружно, вас осталось так мало, что можно сосчитать по пальцам». Вот поэтому навсегда я считаю. Ай, ну не перебивай, мой племянник Шмулик Цукерман тоже все время перебивал. И вот результат. Что? Что-что, он неудачно женился. Кстати, у меня для тебя есть замечательная невеста. И красивая, и умная, и честная. Ха-ха-ха, три шутки сразу. Да, давайте об этом потом поговорим. Хорошо, так всегда говорил мой двоюродный брат Сёма. Но когда ему исполнилось 58 лет, и вдруг он захотел об этом поговорить, я ему сказал: «Сёма, Сёма, ты еще не созрел». Зато мы созрели. 14 мая 1948 года в зале Тель-Авивского музея было объявлено о независимости государства Израиль. Да, мы давно зрели. Давно хотели поздравить государство Израиль, наше государство, с днем рождения. Ведь у каждого из нас есть мечта. Да, я мечтаю о высшем образовании. А я хочу купить площадь на Луне по дешевке. А я иметь большой дом. Спасибо. А я хочу быть хозяйкой большого магазина, каньон. А я хочу быть министром обороны. А я придумываю фабрику. А вот я хочу выйти замуж за богатого. Еврея. Все, не ваш кулак. Нет, это холом, мечта. А сбыться ваши мечты могут лишь стране, имя которой Израиль. Подарок жюриот новорожденного. На полу сегодня посмотри.
Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть забудется десница моя, пусть прилипнет к гортани мой язык. Если не буду помнить о тебе, если не поставлю Иерусалим во главе веселья моего. И как получается ставить Иерусалим во главе нашего веселья, прошу показать команду Общества еврейской культуры ПМР. Поколение молодых репатриантов. Представляет новый, фантастический, остросюжетный триллер с элементами мюзикла, комедии, боевика, детектива, легкой эротики. Терроризмы исчезают полки. Как всегда, маленькие дети бегут в школу. Трудолюбивые хозяйки спешат наготовить вкуснейших блюд до наступления субботы. Заботливые жены тщательно отстирывают белье. И представители религиозной части Иерусалима. Они, как всегда, спешат на утреннюю молитву в ближайшие синагоги. Газетчики предлагают свежую прессу. Вот так и живет наш древний Иерусалим. Находится офис известной бизнесвумен Хаи Рабинович. Но сегодняшнее утро для нее не начнется с чашки кофе и просмотра свежей прессы. Она спешит
навстречу к самым близким ей людям. А вот и они. Младший брат Ираклий и его молодая супруга Софа. Они прибыли из солнечной Грузии. Я благодарна Всевышнему за то, что за столько лет разлуки он все-таки дал нам возможность встретиться. Я преклоняюсь перед ним за то, что он дал мне силы дожить до этой встречи. И важно, что она произошла именно здесь, в самом сердце Эрец Исраэль. Хая и ее родные отправились домой, чтобы передохнуть с дороги. Но спустя небольшой срок они пустились в путешествие по диковинному городу Иерушалаим. Хая водила своих родных по самым достопримечательным местам города. Они увидели великолепный музей, университет, самые известные синагоги. А вечером они отправились в один из самых известных дискоклубов Иерусалима, где отдыхала молодежь со всех уголков земли. Самая лучшая в мире щетка. Черным я пойду, друзей на помощь позову. Моя душа горит в огне, хочу евреев погубить, Иерусалим поработить.
Позвал из прошлого Ясер, из хитрый план, и он очень зол. Хотим разрушить мой город еврейский, мы их посадим на кол. Всегда везло на подвиги лихо, мы в прошлом веке их сразили почти. Сегодня в плане действовать тихо, ты поскорее прочти. Еврейчики бывают разные, умные, хитрые, властные. У нас же задача важная, ведь мы бригада отважная. А дальше? Хочу передать мне Градольфу Эху, но мы его тут же из Германии! А я сказала Рику Сурану, мы все это заберем в Израиль! Ройск! А мальчик ты мой, и я ты мой не ряд! А давайте ты наш! Лясим-трясим, на дело пойдем! На крутое! Дело большое, а нас только трое! Мальчик мой, и я твой ясен, а только ты наш. Лясим-трясим, на дело пойдем, на крутое. Дело большое, а нас только трое, а только ты наш. Ты пойдешь ли к стене, поколдуешь при луне, поколдуешь, поколдуешь при луне. Ты евреев расцветешь, и от Бога оттолкнешь. Бога, оттолкнешь. Ты же пойдешь по улицам шумным, сделаешь вид, что ты очень умный. Представишь себя, будут лишь, сделаешь дело, и пусть тебе хочет. Ты же пойдешь по улицам шумным, сделаешь вид, что ты очень умный. Представишь себя, будут лишь. Ну что, братва, знаешь что? Я воль мой генерал. Ну что, тогда поздравляю. Наши герои после неудачной попытки погулять в престижном диско-клубе Иерусалима и не поняв аномальных явлений в этом заведении, конечно же, отправились к стене плача. Слушайте, слуги Всевышнего, свершилось чудо! Я
Став свидетелями жестокого поступка, наши герои решили действовать тихо. Но куда идти? Где искать врага, чтобы навсегда избавиться от его злых умыслов? И сам Всевышний позаботился о спасении народа. Зофа, Геракл и Хая отправились на рынок. Вот там-то все и стало ясно. Сестра, ты мне должна помочь. Я умираю, скипрать. Прошу, дай шейки найду, а то я сейчас умру. Ты подлый враг! Ты хочешь есть и просишь шейки? Вот он, есть! Мы видели, что сотворили вы сегодня у святой стены. Вам нет прощения, вы, коварные и злостные враги. Решили нищих переодеться и к людям пробраться. Евреев вы хотели погубить. Иерусалим наш древний очернить. В обиду город мы не дадим. И выстрелом одним врага сразим.
от души тебе желаем мира, света и любви. И прекрасен всегда, Божий мир был на века. Этой команды. 5, 4, 5, 4, 4. Огромное спасибо жюри. И я приглашаю на сцену следующую команду. Команда Ульпана Сахнута, которая называется «Атиква». Я еду из Москвы. Меня зовут Татьяна.
дорогие друзья, мы подъезжаем к сердцу Эрец Исраэль, древнейшему Иерусалиму, самому сердцу страны. У вас появится возможность увидеть самый древний город мира, в котором сосредоточены три религии. Ислам, христианство и иудаизм. Иерусалим называют городом Бога, городом Давида и городом справедливости. В Иерусалиме у вас появится масса интересных идей. И самое главное, их правильно притворить в жизнь. На этом наша экскурсия заканчивается. Я желаю вам приятного путешествия. Приезжайте к нам еще. Хорошо-то как! Скажи, так хорошо, что даже Иисусу хочется! О, прекрасный Иерусалим! Ты поистину святой город! Даже нашей Рите истинно хочется! Ты действительно волшебник! О, ребята, посмотрите! Как красиво! Древний город! Это диво! Так, ребята, повосторгались и хватит! Мне самому это очень нравится. Наконец-то я почувствовал себя человеком. Но вспомните слова экскурсовода. А он говорил, что приехав в это святое место, мы сразу нас осенит куча разных идей. А самое главное, она говорила, что будет их грамотное исполнение. Да, созрел план. Какой? Пассивный отдых. Переходить. Прекратить! Идея сусовода перехватить! Перехватить! За мной! Ура! Реализации нашего плана, идеи грандиозные, мы хотим вам сказать. Израилю нужен новый гимн. Потому что у старого слова абсолютно непонятно. Шалом, хаверим! Hello, my friends! Здравствуйте, друзья! Мы очень рады, что вы здесь собрались на этой площади, чтобы стать свидетелями открытия торжественной лаборатории иностранных туристов. И я еще раз повторяю для тех, кто, может быть, невнимательно слушал, мы хотим создать новый гимн. Государство Израиль. А что такое новый гимн? Что такое гимн? Гимн – это когда каждый человек в течение 3 минут, стоя, может любить свою страну. И мы просим вас, чтобы дали оценку нашим изобретениям. Ваш удивительный город. Thank you.
еще есть варианты. Мы еще сейчас увидим. Они сейчас еще выйдут. Сейчас подождем немножко. И что же за сюрприз на этот раз, интересно? Никаких сюрпризов, я объяснял. Свободная страна, каждый может высказать собственное мнение. Поэтому мы сами это для нас. Ждите и готовьтесь. И главное, будь спокойно. Не переживай, все будет как надо. Я надеюсь, что это не будет таким сюрпризом, как был предыдущий. Ну, посмотрим. Сейчас-то не появится. Батюшки, а цыгане-то, цыгане, что здесь делают? Там печь наша страна. Ну, ты город-то съел. И больше. Они что, слушают, что мы поем? Да, они слушают.
слушают и принимают наши новые идеи, потому что они жители Святого Иерусалима. И может быть для жителей Святой Земли наши гимны не совсем подходят, но главное, что нас здесь выслушали, поняли и поддержали, тем самым дав нам себя реализовать. И это место называется Святой Иерусалим. Затерянный мир. Встречайте, пожалуйста, наших гостей из Кишинева. Читайте на заборе инфаркту Маслякова. Сахнут опять играет еврейский КВН. Продвинутые танцы покажет молдаванцы. Нету танцев, тогда давай покажем карате. Не бей по голове, дурак, помнешь мою улыбку. Ее я специально репетировал по дня. Я ради КВНа забил свинью картинку, потом ее хозяин хотел забить меня. Не надо его брать, он же больной. Да что это, я здоров.
Ну, это дело поправимое. А ну-ка, пройдитесь. Ну, разве так ходит больной? Где хромота? Где судороги? Хромать нужно от бедра. Ну, ну почему? Почему глаза ответить мне же не попросят? И вообще, куда вы смотрите? Взгляд нужно уберечь полку. Весь согнулся, скукожился. И пошел. Зрелище стоило 20 копеек. Хорошо, Настенька, что про деньги заговорили? А вот ты случайно не помнишь, кто мне 20 долларов должен? Да мне уже полгода должен 20 долларов. Да помню я, да? И фальшивые? Ты что ты видишь? Какие фальшивые? Ты подражил, видела фальшивые. Ты бы знаешь, чем идет настоящих отличается. Ты знаешь, что нужна специальная бумага, оборудование, люди. Thank you.
мешка, завязать, похудеть, голодать полчаса, закричать, зарюметь, колбаса, колбаса, полчаса без еды, полчаса. А спасет этот мир полнота. Thank you.
это человек, именем которого назвали аэропорт. Все сходится. Это же у нас! Люди, не делайте глупостей. Когда вы делаете очередную глупость, помните, Бог любит вас. Просто у него нет другого выхода. Подарить.
интеллигенцию, прибывшую там в первой, второй, третьей, четвертой, пятой альей. Вот уж где веками считалось, что тут без таланта никак, а сейчас... Ну не можем же мы, товарищи, ждать милости от природы. Не наградила его природа. Да? Ну и если все писатели будут писать талантливые книги, то кто же будет писать нужные? Не наградила его природа. Так что, у нас его уже и наградить некому? А кто сказал, что вечный двигатель изобрести нельзя? Это вечно работающий нельзя, а вечно неработающий можно. А зачем? Ну как зачем? Вот тут со всех сторон кричат. Таланты, таланты, дорогу талантам. А я вам скажу. Настоящий талант как раз в том и заключается, чтобы пробить себе дорогу, не обладая при этом никакими талантами. Да? Ну, не наградила его природа. А реализовать свои таланты можно только в Израиле. В общем, что говорить? Богата наша страна талантами. Так богата, что иногда думаешь, Господи, и как же она их всех носит? На семи ветрах, на семи холмах, солнцем опалим Иерусалим. Только одна цель, Эрец Исраэль, Савра и Алим, Иерусалим. Йом-Велайла, Йом-Велайла, мы говорим шалом Иерушалаим. Йом-Велайла, Йом-Велайла, для всех для нас Господь хранит Израиль. Нам светило сквозь обиды шестиконечная звезда Давида. И нету края, где нас не знают, наш город мира Иерушалаим. И нету края, где нас не знают, наш город мира, Иерушалаим. Днем и ночью он зовет меня к себе. Там я хожу всегда гордо. Это каждый миг. Долгожданная встреча. Моя и твоя мечта. И дай Бог, чтобы в каждом сердце каждого еврея всегда было местечко. И они могли бы жить, как настоящие евреи. В столице, в городе мира. Иерусалим! Да будет путь твоя сиян, Давида.
И я прошу жюри показать ваши оценки. 5, 5, 4, 4, 4. Спасибо большое жюри. Следующий номер. Команда детского клуба «Захнута». Называется «Хаверин». Руководитель детского клуба Женя Карась. Здравствуйте, жюри и гости. Извините, но у нас без юмора. Владимир Юрьевич, а почему вы все время смеетесь? Что, сегодня праздник какой-то? Ну, вы здесь каждый день праздник, а это 2020 лета. Так давайте отметим. Праздник в студию. И что у нас на барабанах? А что, мы в поле чудес? Нет, в стране дураков. Говорят, там деньги на деревьях растут. Это те, которые зимой и летом одним цветом? Правильно, шейки. Шекель, это хорошо, шоколадки покупать будут. Да и в стране полков ходят по улицам туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. При чем тут шоколадки? Владимир Юрьевич, перестаньте смеяться. А вы, госпожа Роза, почему вы смеетесь? Напоминаю, у нас без юмора. Но у нас же сегодня праздник. Тогда внесите в студию песню, но не финальную. Дайте договорить! А сегодня 11 мая! 11
что-нибудь путное сказал. Можно я скажу? Сегодня 11 мая, а почему мы не исправили 10-го? Ну, времени не было. Да? Да? Ну ладно. Хватит разговоров, давайте правду. А как? А зачем? Ну как, зачем? Сегодня же праздник. Тогда принесите в студию море улыбок. Мешок смех. Блеск в глазах. Радостные лица. Финальную песню. Еврейского культурного центра Шошана исполнят песню «Йом Иерушалаим».
И это еще не все. Знаете, есть такое понятие ностальгия. И вот у нас, татарских военщиков, видя наши сегодняшние команды, возникла ностальгия по тем временам, когда мы, будучи более молодыми, тоже играли в КВН. Наша команда называлась КГБ, команда города Бендеры. И вот сейчас оставшиеся от нашей команды, сегодня присутствующие в зале, мы хотим подарить вам песню. Это была песня нашего первого КВН. Все правильно сказала Светлана. Дело в том, что я вот только вернулся месяц назад из РСФСР, где встречался с Милой Губерой, с Эдиком Дасковыми, с Эрликами, с теми, кто стоял у истоков нашей весной команды КВН. Они все передавали большой привет всем нам, бендерчанам, и всем молодым КВНщикам. Они сказали следующую фразу, цитирую слова Милы Губер: «Не подведите марку той белой команды». Давайте поаплодируем друг другу. Сегодня мы хотим подарить вам ту песню, которая прозвучала на одном из на одном из игр. Нас тихо покидают. Хотя, наверное, можно без нас и обойтись. Но знайте между прочим, что без еврейской строчки померкнет эта память, наша жизнь. От Брейда и Эйнштейна, от Маркса и Бранштейна, да просто тетя Сони, торгующей в лаке, нас всех объединяет и нуждами спасает умение смеяться, быть в тоске. Мы здесь не гости, а не надо прости. Держава на левых и на правых, но нас лишь расстояние свободны раздели. Знайте мне, терпение, обвинение, нам хочется спокойно мне жить. Мы здесь не гости, а не наши. Мы
земле Израиль. Ромер за один сын, да-да-да-да. Спасибо. И ваша мама, Юрушалай. Ну, а теперь итоги нашего мероприятия. Вы знаете, так вот иногда получается, что команда «Холом» 50 баллов. Команда «Атиква» 50 баллов. Команда «ПМР» 50 баллов. Но не радуйтесь. Команда «Хаверим» 150 баллов. Ну и призы, прекрасные призы всем нашим командам. Спасибо огромное, во-первых, за участие. Вручает руководитель Бендерского представительства Международного еврейского агентства «Сахнут» Владимир Игельник. Я думаю, что надо петь этикетку, правильно?